переходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же. Доцент, у меня насморк. Пасть порву. Только ты знаешь. Значит, прошу в данном мероприятии всех глав участвовать. Я имею в виду, купили. Да, вы покажете пример всем. А так же, как и замы. Ну, жулик! Я тебе говорил, у меня насморк. А ты пасть, пасть. Нырять заставлял в такую холодину. Когда он тебя нырять заставлял? Ну, когда нас брали. Помнишь, пришел? Я, говорит, рыбу ловлю, а ты ныряй. А мороз был градусов 30. Постой, постой. Что он тогда про рыбу-то говорил? Рыбу я ловлю, говорит, в проруби. А ты, говорит, косой, плавать умеешь? Косой, плавать умеешь? Куда плавать? Ну, нырять. Это сейчас, что ли, в такую холодину? Не было у нас такого уговора. Значит, прошу в данном мероприятии всех глав участвовать. Я имею в виду, купили. Да, вы покажете пример всем. А так же, как и замы. Нырнуть надо. А почему я? Как что, так сразу косой, косой. Вась, а Вась, ну скажи ему, пусть сам лезет. Да не могу. Холодно, заболею я. Вот дает, сейчас только вешался, а сейчас простудиться боится. Физкульт, привет. Ныряй. Быстро. Значит, прошу в данном мероприятии всех глав участвовать. Я имею в виду, купили. Да, вы покажете пример всем. А так же, как и замы. Что-то понимать-то. Где хошь, говорит, найду и горло перережу. Значит, прошу в данном мероприятии всех глав участвовать. Я имею в виду, купили. Да, вы покажете пример всем. А так же, как и замы. Ермаков, Шереметьев, белый главарь. Можно? Пожалуйста. Очень опасный преступник. О, какая отвратительная рожа.